Добрый день! Сегодня мы приготовим творожный пирог. Для этого нам понадобится 2 яйца, 0,5 стакана сахара, 1 стакан сметаны, 1 ложечка чайной соды, погасим ее, уксус, и 2 ложки топленого масла. Все это мы сейчас перемешаем. Перемешали и добавим 1 стакан просеянной муки. Тесто мы перемешали. Сейчас мы сделаем творожную начинку. У меня 0,5 кило творога. Сюда мы добавляем 2-3 яйца, в зависимости от того, какой творог. Если сухой, то 3. Если мокрый творог, можно и 2 яйца. Добавляем оставшиеся 0,5 стакана сахара и обязательно ванили. Если есть изюм, можно добавить изюм. Я на кончике добавляю ванили. Все это перемешиваю. Творог мы также приготовили. Теперь берем сковородку. Сковородку мы смазали маслом и потом посыпали мукой. Сейчас мы выльем наше тесто. Теперь мы выкладываем наш творог на середку обязательно. Итак, разровняем его по центру. Видите, тесто начинает его обволакивать. Только середка у нас остается творога. Все. Теперь мы отправляем его в духовку на 35-40 минут. Сразу включаем и ставим на 200 градусов. Не разогреваем духовку. И он выпекается 35-40 минут. После этого мы выключаем духовку и еще 10 минут он стоит, доходит до готовности. Пирожок мы спекли. Видите, он имеет очень красивый вид, аромат по всей кухне идет и очень приятный на вкус. Я думаю, что и вам тоже понравится, если вы его приготовите. Приятного аппетита!